А я опять закурю. Тихо. Не понял? Девочка, я пропустил. Что за брат? Самарака. Там есть такое, что когда работаешь бомбилой один мужик, то пьяни говорит, где спрятал миллион марок. А сколько? Если его украсть, он повесится на мосту. Да ладно! Что, серьезно, что ли? Да ладно, в смысле миллион марок? Да я потом сама, там есть такое, что когда работаешь бомбилой, один мужик по пьяни говорит, что здесь спрятал миллион марок. А если его украсть, он повесится на мосту потом. Нет. А где? Встаем. Встаем, встаем, поднимаемся. Поднимаемся, встаем сейчас. Все, ребята, можете сесть за компьютеры опять. Садитесь, садитесь. Все, можно, садитесь. Так, а как мне пойти бомбилой работать? А? Братан, а как мне работать там бомбилой? Говори теперь тогда, куда мне? А, у меня так тут деньги есть. Но дело не в деньгах, я хочу чувака повесить на, ну это, на мосту. Дедушка, да я сам не знаю. Видел у одного американского ютубера, он не рассказывал как. Мужик в машину сел и сказал, что жена выиграла 5 лямов. Потом он туда приехал и там было 1.5. Блять, ну ты мне сразу не мог сказать, что ты не в курсе чего. Когда все вставало, я на сортире сидел. Теперь все ноги в говне, пошел мыться, спасибо. Ничего страшного. Слышишь, я что-то не понял, а там закрутишь ты или нет? Ну извини, дед, у тебя только 200 букв на донате можно. Сколько? Ты меня в такие рамки поставил. Ты база, я надстройка. Это не я поставил донат. Я никакого отношения к донату не имею. Все донаты не мне идут. Я ж не знаю, это просто функция такая. Они все у меня. А? Да, да, да. Смотря. Тебе нужно отвезти 5 раз домой соседа, алкаша из бара. На 5 раз по пути он расскажет, где спрятал Мэддон с 2 лямами марок. Вот. Да. Сейчас, сейчас разберемся. Ну, как говорится, с Богом. Рейсинг клаба, знамя на заднем стекле Скайлайна, на сиденье пассажира зеленая бутылка Спрайт Лайм. Вещи, брачо, удачи, мачо, разборы не жди, вещи сны полигла. Как оно, блять, вот умудряется просто на месте умереть. Так, дубль 2, сейчас попробуем, блин. Ну, как говорится, с Богом. Ну, с Богом. Привет, дед. Ну, спасибо за стрим. Привет, привет. Благодарю Илюха. Тебя за проведение данного потакового вещания, ну, в сети интернет. У меня были проблемы с желудком. Ну, с но Богом. Я посмотрел твой стрим и меня стошнило. Теперь мне лучше. Ну, как говорится, с Богом. Ну, с Богом, братишка, за тебя. С Богом. Ну, с Богом. Стой, пена! Стой, блядь, я говорю тебе, отдай, блядь, зажигалку! Отдай, я жгу диску! Блядь! Победил, браток, дорога наша, старина! Блядь, чё за... Чё за бред, пацики? У меня пацан одноглазка. Ух и бред. Я когда-нибудь буду, сука, как человек себя чувствовать в этой игре? Почему все природные катаклизмы выпадают на мою судьбу? Я что, женщина или чё? Ну, с Богом. Ну, с Богом. Ну, ни пуха, ни пера, к черту. Любви достойна только мать. Я хочу тишины. Очень хочу. Я тишины хочу поймать. Не гони, родненький, не надо, дома ждут. Не надо, побереги родных своих, не гони. А мне похуй, я тишины хочу. Не гони, дружище, тебя дома ждут. Не гони, остановись, тебя дома ждут. Никогда.
щекам. Я не вижу жизни без своей ластюни. Я хочу тишины. Она умерла, блядь. Генчик не работает. У меня реально, походу, генчик не работает. Такому они заряжаются. Круговорот воды в природе. Будет ли на патоке страшилка? В стиме есть новая страшилка, мня-мня-мня-мня. А ничего, что я ее прошел уже, Мунтару ассистанта? Ничего? А тебя не было, наверное, ты был в школе, да? А, нет, ты был не в школе, ты был с мамой в магазине, покупал школьные принадлежности, а ты не видел. А у меня была страшилка, вот это мня-мня-мня-мня-мня. Да? Представьте, что мне 19. И у меня чипырка серебристая, затонированная. Матрёшка! Я хочу от такой музыки въехать в дом, блядь! Ай, блядь, на карка, долбоёб! Они говорили сам зря, вижу, как быстро мухли глаза. Ладно, давай не будем вот этот рэп чипырочный слушать. Давайте будем нормальными людьми.